Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белышева. Контроль без масок шоу. Кабмин обещает оградить бизнес от незаконных проверок. Как будут защищать? Офшор по-семейному. После королевы Елизаветы в райском досье засветился принц Чарльз. Сколько припрятал он? Львов номер 2. Смело утонула в мусоре из-за протеста коммунальщиков. Почему бастуют? Китайский экзамен. Трамп приехал убеждать Пекин не торговать с Пхеньяном. Хватит ли у него аргументов? Бюджет раздора. Депутаты продолжают разносить в пух и прах проект новой сметы. Это при том, что его даже пока не вынесли на рассмотрение в сессионный зал. Но сегодня споры стали предметнее. А значит, у нас есть шанс, что уже завтра документом займутся вплотную. Чего хотят депутаты и чем недовольны фракции, знает Екатерина Лысенко. После вчерашнего бурного обсуждения избирательных новаций сегодня в сессионном зале спокойно, а в повестке дня несколько вопросов ратификации и законопроект о жилищно-коммунальных услугах. Рассматривают его во втором чтении, насобиралось 500 поправок. Главное, что он может изменить формат отношений между потребителями и компаниями. Это как раз закон, который покликаний створити головне, створити ефективного і свідомого власника багатоквартирного будинку. Цей закон дає можливість обрати управителя, доручити і сформувати на протягом проведення зборів ОСББ і самим управляти будинком. Або залишити все так, як є. Одне з головних нововведень – поняття колективного договору. І у такої моделі є як защитники, так і опоненти. У людей немає часу ходити, оббивати пороги абонентських служб, коли вони працюють. Тому вони уповноважують таку особу, ідучи на роботу, може сказати, в мене тече ржава вода, будь ласка, зверніться і з'ясуйте, в чому проблема. Тобто отака уповноважена особа за колективним договором фактично може представляти інтереси кожного окремо споживача в багатоквартирному будинку. Ті, хто не об'єдналися в ОСББ, їм тепер буде нав'язана управляюча компанія, яка сама буде встановлювати вартість послуг, які вони будуть надавати. Сама буде збирати кошти. Сама буде ця управляюча компанія, яка буде призначена місцевою владою або районною державною адміністрацією. Сама буде колектором, тобто збирати борги. І головне те, що вони будуть отримувати заробітну плату від людей. Тобто тепер люди будуть платити абонентське обслуговування. Быстро розібратися з законом не удалось. Остановились на 474-й поправці. Голосувати рішили завтра. Через одну хвилину ми більше не маємо права працювати. Закликаю завтра в 10 ранку вчасно прийти і авторам правок, і представнику комітету. По підсчетам, завтра к 11 доберуться до голосування, а далі спорів в залі не избежать. Старт бюджетного процесу і придеться учитувати всі партійні пожелання. Верховна Рада увійшла в активну фазу бюджетного процесу. У зв'язку з цим фракція партії «Блок Петра Порошенка» звертає особливу увагу на необхідність фінансового забезпечення реконструкції житлово-комунальних об'єктів та систем водопостачання у прифронтових містах сірої зони. Уряд своїм проєктом бюджету на 2018 рік пропонує країну відкинути на декілька років назад. Що я маю на увазі, це фактично тотальна пропозиція уряду пограбувати бюджети громад. Проєктом бюджету на міста і громади перекладаються додаткові невластиві видатки, водночас жодним чином не збільшуючи податкову базу для збору таких податків. В профільному комітеті говорять, прийняти в першому читанні смету на наступний рік рекомендували парламенту ще 2 тижні назад, але тут же відмічають заложені ризики, яких збіжати буде складно. Між першим читанням і другим будуть поправки, які будуть вноситись, які не докорінно, але змінять напрямки в бюджеті. Але коріння те, що не можна змінити, це льготи субсидій, які зараз давали держава людям. Льготи вони відкладають на міста, а субсидії залишають в себе. Це перший мінус, який я бачу, який не можна дозволити, щоб він вийшов в першому читанні. На медичну галузь додають всього 1% на наступний рік. Це свідчить, що ніякого фінансування медицини не буде. Це при тому, що рівень інфляції прогнозований вже очікується більше 15%. Друге – це відбирання коштів у місцевих бюджетів, де вони пропонують так звані надлишкові кошти, їх пробують вилучати знову реверсом на центральний бюджет.
Ми категорично проти цього варіанту. Ми надали свій варіант закону бюджетний комітет, згідно з якому враховуються доходи, додаткові доходи бюджету за інфляцію, за рахунок інфляції, зменшуються виплати на силовий блок, зменшуються в два рази комунальні тарифи. І відповідно фінансовий ресурс в обсязі приблизно 100 мільярдів гривень він пропонується направити на соціальні виплати. Якщо це буде враховано, ми проголосуємо. Якщо ні, то за бюджет для чиновників, для створення поліцейської держави, наша фракція голосувати не буде. Уже сейчас нардепы подали поправки, которые влекут дополнительные расходы из бюджета на миллиарды гривен. Так что теперь Кабмину придется балансировать между цифрами и партийными запросами. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Геннадий Никенко, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Национальное агентство по противодействию коррупции проверит лотерейный выигрыш Олега Лешко только в следующем году в его декларации за 2017 год. Об этом в агентстве сообщили журналистам. Тем не менее, в НПК отметили, что сейчас собирают данные, которые могли бы подтвердить наличие либо отсутствие правонарушения. Напомню, в прошлом месяце лидер радикалов заявил, что трижды выиграл на футбольных ставках на общую сумму 570 тысяч гривен. В свою очередь, лидер социалистов Сергей Каплин подал заявление в суд и ГПУ с требованием обязательно ПК и НАБУ проверить сомнительный, по его мнению, выигрыш политика. Идемо до Генеральной прокуратуры Украины, аби вже цього місяця почали розслідування злочину Олега Ляшка, через який він ховає свої справжні статки і справжні джерела від простого українця. І ми доб'ємося судового рішення, і НАБУ візьметься за цього афериста, лотерейщика. Правозащитники обвиняют народного депутата Вадима Рабиновича в сокрытии расходов. Якобы народный избранник утаил от НАБУ и НПК стоимость аренды элитного жилья под Киевом, а после того, как им заинтересовались журналисты, спешно переехал. Наши корреспонденты попытались выяснить, где на самом деле живет нардеп и в какую сумму это обходится. Большие переезды в маленькой Конча-Заспе. Пока главный защитник якобы обманутых вкладчиков Вадим Рабинович последние месяцы увлеченно выступал у Нацбанка, его помощники спешно собирали вещи нардепа. Еще в сентябре мы рассказывали о совсем не бедной жизни лидера партии «За жизнь» Рабиновича. Элитное жилье в центре Киева на улице Староноводницкой и шикарный особняк в Конча-Заспе под Киевом в поселке Клим. Однако, как выяснилось после расследований подробностей и других журналистов, к такой славе депутат оказался не готов и решил спешно переехать. Об этом написал на Фейсбуке известный правозащитник и активист Сергей Наумович. По его данным, Рабинович еще в прошлом месяце снял не менее шикарный дом. Там же, в Конча-Заспе, неподалеку, в коттеджном городке Днепрово-Хвыля на улице Старокиевская. Как видно, с сайта агентства недвижимости, которое сдает это жилье, аренда обходится депутату в 10 тысяч долларов в месяц. Дом на 500 квадратов. Участок 75 соток. Круглосуточная охрана, личный причал, система «Умный дом», бассейн. Все, что нужно для комфорта. Интересно, сообщил ли о переезде депутат в Нацагентство по противодействию коррупции. Ведь 10 тысяч долларов в месяц – сумма, обязательная к декларированию. Однако расходы ни на аренду нового, ни старого жилья Рабинович не указал. А это уголовное преступление. Если факты сокрытия расходов докажут правоохранители, Рабиновичу может грозить переезд в куда менее элитное место. Финансовые тайны королевской семьи. Следом за ее величеством Елизаветой II фигурантом офшорного скандала стал принц Чарльз. Как наследник британского престола попал в эту райскую ловушку? Подробнее Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Будущий король Великобритании оказался нечистым на руку. Из масштабного финансового расследования стало известно, что принц Чарльз вывел в офшоры миллионы фунтов. Таким образом, сэкономил на налогах и в то же время лишил верноподданных денег, которые могли пойти на первоочередные нужды страны. Шаг, который совершенно не красит будущего монарха. Сам принц отмалчивается, а управляющая его финансами компания уверяет, он не в курсе сделок по инвестициям. Премьер Тереза Мэй призывает журналистов передать ей финансовые документы, ставшие поводом для расследований. Но пока безуспешно. Журналисты не спешат раскрывать свои источники. Из-за масштабов разоблачений райского досье в Евросоюзе усиленно думают, как заставить богачей платить налоги честно.
Что касается борьбы с уклонением от уплаты налогов, мы в Европе сделали намного больше, чем где-либо в мире. Впрочем, еще много необходимо изменить. Мы все работаем над тем, чтобы ввести в действие новые директивы и продолжим трудиться в этом направлении. Даже Ее Величество Елизавету II поймали на выведении миллионов в офшоры. Утечка финансовых документов под названием «Райское досье» показывает, как влиятельные люди и компании используют сложные схемы, чтобы платить меньше налогов или не платить вообще. Среди находчивых толстосумов – гонщик и легенда «Формулы-1» Льюис Гамильтон, лидер группы YouTube Bono, министр торговли США и еще много политиков и звезд. А расследователи продолжают изучать миллионы документов, обещая разоблачить еще больше знаменитостей. Но привлечь богачей к ответственности не за что, ведь они не нарушают законы, просто находят возможности их обходить. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Дело беглого экс-президента продолжает рассматривать Печерский райсуд столицы. Речь идет о подозрении Виктору Януковичу в организации и управлении расстрелом активистов Майдана во время революции достоинства. Суд должен решить, удовлетворить или отклонить ходатайство прокуроров, которые требуют снова провести специальное досудебное расследование. Защита же настаивает, что Янукович к расстрелам и избиениям не причастен. Для этого адвокаты и прокуроры уже третье заседание подряд анализируют протоколы допроса потерпевших. Сегодня из 92 томов дела рассмотрели 17. Большая часть этих томов, первая часть этих томов, містила лише процессуальные документы. Звертаю увагу, больше 80 постанов про зміну слідчих груп. Мы подивились и побачили в этих документах. Мы не бачимо жодного доказу причетності Віктора Януковича до цих дій. Неодноразово вказується на те, що саме такими незаконними діями, організацію таких незаконних дій працівників правоохоронних органів безпосередньо здійснювалася в тому числі підозрюваним Януковичем, який ці дії вчиняв у групі осіб, в тому числі разом з міністром, тодішнім міністром Захарченком, його заступником Ратушняком. Очередное соглашение с Россией разорвано. Кабмин сегодня денонсировал документ 2005 года о порядке взаимных поставок вооружения, военной техники, комплектующих и запчастей. Кроме этого, министры презентовали законопроект о защите бизнеса от незаконных проверок. Как планируют освобождать предпринимателей от нечистых на руку правоохранителей? Смотрите далее. Маски-шоу «Стоп». В правительстве вплотную решили заняться жалобами бизнеса на давление со стороны правоохранителей. Министры признают, нелегальных обысков с каждым годом становится все больше. Ну, это какая-то эпидемия. Той негідник, который втягнув державні погони и чинить тиск на честный, открытый бизнес, має бути покараний. Цьому безпреділу, який іноді чинять правоохоронні структури, потрібно поставити крапку. Этой точкой должен стать законопроект о защите бизнеса от нападок правоохранителей. Документ обяжет фиксировать на камеры не только сам обыск, но и момент, когда судья дает соответствующее разрешение. Ведь сегодня такое решение принимается за считанные секунды. Судьи подписывают пачками ухвали по обшукам. Ці ухвали потім використовуються правоохоронцями для фактично тиску на бізнес. І встановлюється відповідальність, що в разі, якщо така ухвала виносилась слідчим суддею без обов'язкової звуко- і відеофіксації, то всі слідчі дії будуть визнані недопустимими і нікчемними. Хотів би підчеркнути важливість того, що доказательства, зібрані в нарушенні правил, предусмотрених в законопроекті, тобто без відеофіксації, они не будут приниматься, и это очень важный инструмент. При обыске должны обязательно присутствовать адвокаты предпринимателя. Сегодня их зачастую не пускают. А законны ли действия правоохранителей, будет проверять специально созданная независимая комиссия. В Кабмине надеются, что парламент проголосует за это законопроект до конца года. Говорили сегодня на заседании и о том, как не утонуть в мусоре. Министры утвердили стратегию управления отходами до 2030 года. Від безгосподарності, безвідповідальності захаращено, завалено сміттям в багатьох регіонах країни. Це все нам треба розгрібати зараз. Що заважає сьогодні містам навести порядок? Ну, треба, можливо, там підштовхнути їх трошки.
Проголосовали на заседании за повышение стипендий на 18%, то есть студенты уже с этого месяца станут получать как минимум на 200 гривен больше. Анна Каменева, Максим Чеблин, подробности, телеканал Интер. В деле об убийстве добровольца АТО Амины Акуевой всплывают новые детали. На месте ее расстрела в поселке Глеваха под Киевом снова нашли патроны. Их снова нашли, к слову, журналисты. Также появилась информация об автомате, из которого стреляли в машину Акуевой. На нем не нашли следы ДНК убийцы. Все подробности в материале. Три холостых патрона на месте расстрела Амины Акуевой в поселке Глеваха под Киевом нашли журналисты издания «Обозреватель». Два отстрелянных были втоптаны в грязь на месте, где предположительно находился киллер, а третий, неотстрелянный, лежал под деревом. Патроны российского производства. Их можно купить в интернет-магазинах. Почему боеприпасы не нашли раньше, а только на восьмой день после покушения? Одна из версий – гильзы подкинули. В полиции Киевской области заверяют, гильзы остались после того, как один из телеканалов провел на месте убийства реконструкцию событий той ночи. Расходятся версии правоохранителей и относительно оружия, из которого расстреляли автомобиль Амины Акуевой. Вчера член коллегии МВД Антон Геращенко еще до проведения экспертизы заявил, что на автомате осталась ДНК убийцы. Хотя и не исключил, что это оружие вообще не использовали при покушении. Но уже сегодня в полиции Киевской области сообщили, что на автомате не обнаружили следов ДНК, как об этом сообщил Антон Геращенко. Сказать, из этого ли оружия убили Амину Акуеву, правоохранители пока не могут, поскольку еще продолжается баллистическая экспертиза. Также в полиции опровергли заявление Геращенко о том, что в расстреле Акуевой участвовали не менее 4 человек. Напомню, автомобиль Амины Акуевой обстреляли неизвестные вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха недалеко от Киева. Она погибла, а ее муж Адам Асмаев получил ранение в ногу. Это уже второе покушение на супруга в этом году. После 20 ноября Генеральная прокуратура прекратит расследование уголовных дел. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что эти полномочия передадут в Государственное бюро расследований, которое, к слову, через 2 года после создания так и не заработало. Специальная комиссия не смогла назначить руководителя и набрать штат. Луценко убежден, что ситуация зашла в тупик, так как передавать дела некуда, а расследовать их ГПУ не имеет права. Я лише як генпрокурор констатую дуже важкі наслідки цього. З 21 листопада ми можемо продовжувати розслідувати старі справи, але нові справи, в тому числі по корупції середньої і нижчої ланки корупціонерів на своїх посадах, ми не маємо де розслідувати. Також виникає питання щодо інших кримінальних справ. Це тисячі, навіть десятки тисяч справ, які через таку обставину не можуть розслідуватися в ГПУ. В зоні АТО потери, один погибший і один ранений український боєць. Бойовики обстрілюють наші позиції по всій лінії розграничення, б'ють із запрещеного калібра. В районі так називаємої Ясіноватської розв'язки провокації не прекращаються ні на день. На позиціях працювала Ірина Баглай. Не буде спитувати судьбу лишний раз. Вот дорога, видите, это уже противник. Боевики заметили передвижение. Как только мы зашли на позицию, начали ее простреливать. Это их. Это автомат. С алмаза как раз. Вот это место, позиция под Ясиноватской развязкой, на которой днем и ночью не прекращается огонь. Из укрытия видно трассу на Ясиноватую. По ту сторону дороги укрепление боевиков. Доты укрепленные. Мешками, бетоном. Хорошо укрепились. А там что у них из огневого? Ну, пулеметы, утесы, это точно. Но остальная крупная техника дальше. Там под мостом стоит бронетехника. Здесь только стрелковая. Тяжелое вооружение российские наемники держат фактически на линии огня. Минометы вот действительно тут рядом стоят. То бишь за каждой развязкой по одному миномету точно есть. Уже которую ночь бойцы хоть и не видят минометы противника, но ощущают их работу. Прошлой ночью работали 80-ки минометы, иногда прилеты 120-х. То есть работает периодически именно из-за трассы. Техника стоит прямо под развязками этими кольцевыми, в капонирах, под мешками. Ну, СПГ почти как тут получается через одну ночь работает. То бишь начинаются перестрелки, тут перекрестный бой чаще всего. Днем же военные под прицелом пулеметчиков и снайперов.
Просто одиночные прострелы – это либо автомат на одиночке, либо снайперская винтовка. Это просто работает автомат на одиночной очереди, и все. То бишь, ну, ни один снайпер не будет так работать, потому что, ну, это глупо. Ну, ты не сможешь прицелиться. Если днем такая стрельба боевиков как внезапно начинается, так и неожиданно может закончиться, то ночью под такой обстрел штурмовые группы боевиков пытаются прорваться на позиции наших военных. И тогда в ход идут гранаты. Они всегда под рукой вот в таких нишах. Кидаем гранаты. У нас тяжелого нет вооружения. Только стрекотня, и мы отбиваемся. То, что и эта ночь не будет мирной, становится понятно еще днем, когда над окраиной Авдеевки слышатся разрывы. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Владимир Жемчугов получил ключи и ордер на квартиру, освобожденному из плена боевиков, герою Украины и его супруге, их вручил Петр Порошенко. Президент отметил, что Жемчугову будут помогать с лечением и призвал МИД активнее привлекать его к международным поездкам, как свидетеля агрессии России на Донбассе. Я еще раз хотел бы скористатися цією можливостю и подякувати за ту принципову життєву позицію, за той подвиг, за силу духа, яку ви, шановний Володимир Павлович, продемонстрували і в 2014, і в 2015 році, і до 2016 року, коли ви були заручником. Без помощи партнеров не обойтись. Чтобы разрешить конфликт с Венгрией, который возник из-за закона об образовании, Украина ищет поддержки у стран-членов НАТО. С разъяснениями о законе в штаб-квартиру Альянса приехала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, Будапешт откровенно блокирует сотрудничество Киева с НАТО и требует отмены закона, который предусматривает постепенное введение украинского языка в школах для национальных меньшинств. Напомню, Венгрия наложила вето на проведение заседания комиссии НАТО. Украина, когда состоится следующее, неизвестно. Ми бачимо, що двосторонній діалог поки що не дає тих результатів, які би хотілося отримати. Ми сподіваємося, що також там аналогічні досвід може бути врахований з точки зору інших країн-партнерів, які також можуть говорити з Угорщини. Це не в інтересах нікого, щоб блокувалися євроатлантичні, євроінтеграційні устремління України. Провести заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши предложил Петр Порошенко. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь главы государства Святослав Цыголко. По его словам, встреча эта нужна, чтобы снять дипломатическое напряжение между странами. Накануне глава польского МИДа заявил, что Киев не должен использовать агрессию России как оправдание в отношениях с Польшей. Еще раньше министр иностранных дел также заявил, что будет убеждать президента Анджея Дуду не приезжать в Киев в декабре этого года. 6 перерывов и попытка дать отвод судье. В Харькове избирают меру пресечения для Геннадия Дронова, водителя «Фольксвагена», в который врезалась Елена Зайцева. Заседание продолжается целый день. Светлана Шекера следит за этим процессом. Ей слово. За полчаса до заседания зал суда заполнен людьми. Подозреваемый Геннадий Дронов заходит с адвокатом. Прокурор зачитывает обвинение. По данным следствия, Дронов начал движение на желтый свет и даже не пытался тормозить, когда на него справа летел «Лексус». Перед початком руху Дронов не переконався в безпеці своїх дій, проявив неуважність, своєчасно не виявив небезпеку у вигляді автомобіля «Лексус», внаслідок чого сталося зіткнення автомобілів. Прокурор просит арестовать Дронова. Дескать, он может влиять на свидетеля, девушку, которая была в машине в момент аварии, имитировать болезнь или вообще скрыться. Материальное становище подозреваемого позволяет внести значительную сумму заставы. То в подальшем при внесении заставы может привести до негативных наслідків, а саме те, что подозреваемый будет переховываться от органов досудового расследования. Защитник Дронова подает два диска, на которых видео с камер наблюдения и стопку бумаг, распечатки карт, госстандарты работы светофоров, показывает справки о том, что Дронов болен, у него пожилая мать, и просит выслушать свидетеля, девушку, которая была в салоне «Фольксвагена». Про допит цього свідка явка забезпечена для того, щоб і з'ясувати, чи здійснювався вплив, чи буде здійснюватися вплив на цього свідка. Судья Наталья Ефименко заслушивать свидетеля отказывается. Тогда защитники подозреваемого заявляют об отводе судьи. Но ее оставляют. Адвокат пытается доказать, что «Лексус» ехал со скоростью более 107 км в час и видеть его Дронов не мог. Спустя 6 часов судья отправляется на очередной перерыв. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков.
Полиция Киевской области освободила из плена женщину, которую похитили 1 ноября в Боярке. Машину жертвы нарушители бросили на одной из улиц столицы, а 62-летнюю женщину 8 дней удерживали в подвале гаража, при этом всячески над ней издеваясь. Все это время злоумышленники требовали у родственников выкуп в размере 100 тысяч долларов. Все похитители задержаны. $900 за квадратный метр. Вчера мы рассказывали о том, что Одесская мэрия собирается купить квартиры по завышенной цене. Сегодня же сделку на сессии обсуждали местные депутаты. Какое решение приняли? Подробнее Андрей Анастасов. Для предоставления временного жилья одесские власти хотят приобрести 15 квартир в этом новострое на окраине Одессы в поселке Котовского. И дело даже не в том, что строительная фирма связана с одним из депутатов горсовета. Журналисты обратили внимание на стоимость жилья – $900 за квадратный метр, в то время как в отделе продаж высотки обычным покупателям называют более низкие цены. Это $600 за квадратный метр, это 3-4 этаж. Есть металлопластиковые окна, бронированные двери металлические и батареи. Одобрить сделку депутатам предложили сегодня на сессии горсовета. Разгорелась дискуссия, стоит ли игра свеч. У нас $900 получается цена вопроса. На поселке Котовского я считаю, что это как-то сильно, мягко говоря, завышено. В ответ заместитель мэра заявил, есть и по $600 за квадрат, но это квартиры без ремонта. А мэрия покупает уже жилье, где ремонт делать не нужно, сантехникой, и продемонстрировал видео. $900 это цена с отделкой, это ламинат, плитка, рабочая стена на кухне. Но стоит ли такой ремонт этих денег? Чиновники ответили, будут оценивать потом, во время покупки. А мэр попросил журналистов не поднимать панику раньше времени. Потому что мне вот депутаты звонили вчера о том, что вышел уже репортаж. И мы еще ничего не купили на телеканале «Интер» о том, что город покупает по завышенным ценам. В итоге одесские депутаты за это решение проголосовали. На новые квартиры из городского бюджета власти потратят почти 19 миллионов гривен. На этой же сессии депутаты собирались также продать коммунальную недвижимость. Причем по ценам, которые одесские журналисты и активисты считают заниженными. Но в последний момент этот блок вопросов по неизвестной причине был снят с повестки дня. Напомню, вчера мы рассказывали о странной схеме одесских властей. Продавать задешево, а покупать втридорого. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал «Интер», Одесса. Не пройдя люстрацию, занял руководящий пост. Антикоррупционные активисты утверждают, что начальнику киевского рыбоохранного патруля Владимиру Мухину в 2015 году небезразличные добрые люди помогли занять высокую должность. Так ли это, разбирались мои коллеги. Владимир Мухин, бывший сотрудник МВД времен Януковича. После революции достоинства пытался остаться в правоохранительных рядах, но люстрацию пройти не смог. В 2015 году он подается в нацполицию и не проходит люстрацию. В декабре этого же года его снимают. Не проходит он люстрацию, потому что его привязывают к делу по его родному брату. Его связали с делом по клинике «Идеале». Там, где оборудование, они не хотели отдавать. После неудачной попытки вернуться в структуру МВД, Мухин принял участие в конкурсе на место начальника киевского рыбоохранного патруля. В госрыбагентстве уверены, чиновник справедливо получил должность. Ця людина приймала участь у конкурсі і серед, якщо не помиляюсь, декількох десятків конкурсантів. На мій погляд, на моє глибоке переконання, як члена комісії, законно переміг у конкурсі. По-друге, він пройшов спеціальну перевірку відповідно до діючого законодавства. Антикорупційні активісти другого мнення. Само відео проведення конкурсу було удалено з сайту рибагентства. Також було відомо, що на цьому конкурсі йому підсовували потрібний білет. І, незважаючи на це, він його завалив, набрав один із низьких балів. После прихода Мухина в киевский рыбоохранный патруль, утверждают активисты, он якобы внедрил коррупционные схемы. В частности, общественники подозревают его в том, что он покрывает браконьеров, а также крышует незаконный вылов рыбы в Чернобыльской зоне. Мухин человек не бедный, по крайней мере, согласно его электронной декларации. Еще во времена работы в МВД он сумел купить земельный участок с домом под Киевом, квартиру в столице общей площадью 90 квадратных метров, внедорожник стоимостью более 50 тысяч долларов, еще один автомобиль своей жене. Александр Васильченко, Евгений Пахальчук. Подробности, телеканал «Интер».
И очередной скандал в Рівненской областной прокуратуре. На взятки задержали руководителя отделения местной прокуратуры. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По данным следствия, $2,500 прокурору требовал представителя обвиняемого в незаконной добыче янтаря. За эти деньги он обещал освободить клиента от ответственности и вернуть арестованный автомобиль. Имени Сарган не называет, но по нашим данным задержан 30-летний прокурор Артур Стельмащук. На должность его назначили в этом году. Еще одна мусорная столица может появиться в Украине. По стопам Львова пошел городок Смело в Черкасской области. Вот только причина другая. Почему там уже несколько дней бастуют коммунальщики? Разбирался Станислав Кухарчук. Уже третий день Смело постепенно погружается в мусор и опавшие листья. Убирать его в городе некому. Работники местного коммунального предприятия еще в понедельник в полном составе написали заявление на отпуск за свой счет. Отсутствие коммунальщиков жители города заметили сразу. Баки переповнені, по вулицях валяється сміття, собаки це все розтаскують, це дуже неприємно на це дивитися. Я крайне задоволена. Коммунальщики вместе с техникой собрались под стенами мэрии. Претензий у них более чем достаточно. Главное – безденежье. Еще летом чиновники урезали бюджет предприятия почти на 2 миллиона гривен. Деньги якобы перенаправили на ремонт дорог. Работники жалуются, и им теперь даже не за что технику заправлять. Сказали в другом півріччі, мы вам их повернем. Ну, по сьогоднішній день ніхто нам нічого не повернув. Це прибирання вулиць, урн, тротуарів, посипання в осінньо-зимовий період, очищення доріг. Возмущены коммунальщики увольнением их руководителя. Якобы из-за неэффективной работы требуют его вернуть. Начиная с понедельника, исполняющий обязанности мэра Смелы к митингующим не вышел ни разу. Сегодня тоже подъезжает на своем джипе к месту работы с черного входа. И только после долгих переговоров с областным руководством решается выйти к бастующим. На вопрос о финансировании и дальнейшей судьбе директора у чиновника четкого ответа нет. Это не ваши проблемы. Вы сутки працюете? Я начальник технического. Ну, это не ваши проблемы. Директор, керівник все решит. Займайтесь своими проблемами. А вот заместитель губернатора пообещал, в ближайшее время в ситуации на предприятии разберутся. С сегодняшнего дня там начинается внеплановая проверка, которая должна установить, были ли нарушения в работе уволенного директора. До пятницы, если этих нарушений не будет, Ананка повертається до работы. Ура! Деньги в бюджет коммунального предприятия город тоже обязуется вскоре вернуть. Но пока этого не произошло, пикетчики обещают, с площади не уйдут. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Литва поможет Украине расследовать законность ввоза автомобилей с литовской регистрацией. Об этом сообщили на сайте Государственной фискальной службы. По состоянию на 1 ноября на территории Украины находится почти 60 тысяч машин с литовской регистрацией. Большая их часть в состоянии так называемого временного ввоза. Тесное сотрудничество с балтийскими коллегами поможет установить прошлое каждого автомобиля и его предыдущих собственников. Конституционный суд Испании признал незаконной декларацию о независимости Каталонии. Напомню, парламент автономии принял ее 27 октября. Тем временем в регионе проходят многотысячные митинги. Каталонцы требуют освободить политзаключенных. Именно так они называют бывших членов правительства. Людмила Панасюк продолжит. Больше всего от протестов страдает Барселона. Митинги здесь не утихают уже около месяца. Сегодня активисты перекрыли главные магистрали на выезде из города. Полиция пытается восстановить движение автотранспорта, но пока безуспешно. Перекрыты трассы и в Жироне. Нарушено железнодорожное сообщение. Митингующие блокируют движение поездов. Похожие акции проходят также в других городах. Люди требуют освободить бывших членов правительства Каталонии. Я здесь отстаиваю свободу политических заключенных и свободу своей страны. Если мы продолжим бороться, эти улицы всегда будут нашими. Конечно же, мы победим, иначе я сюда не пришла бы. Тем временем в Мадриде уверенно гнут свою линию. Премьер Испании Мариано Рахой уверяет, выборы необходимы, чтобы возобновить верховенство права и порядок в регионе. По его словам, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон поступил самонадеянно и незаконно.
Лидер автономии не может отменить Конституцию на своей территории. Он не имеет права придумывать параллельную правовую базу, как это произошло недавно, и не может провозгласить независимость на части национальной территории. Карлос Пучдемон сейчас находится в Бельгии. Он сам сдался бельгийской полиции, и политика отпустили, обязав не покидать страну. Людмила Панасюк, подробности, телеканал Интер. Последнее китайское предупреждение. Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Поднебесную, чтобы обсудить торговлю с Китаем и коалицию против КНДР. Что он предлагает? Дмитрий Анопченко следит за этим визитом. Подчеркнуто торжественный прием, экскурсия по запретному городу, дворцовому комплексу китайских императоров в центре Пекина, который по такому случаю полностью закрыли для посетителей. В Китае Трамп проведет 3 дня. Но основные переговоры завтра. Сегодня же возможность поговорить неформально, без прессы, за ужином. О чем будут говорить, уже понятно. Темы две. Та, что на поверхности, торговля и та, по которой Соединенным Штатам нужны скорее кулуарные, чем официальные договоренности. Северная Корея. Перед вылетом в Китай, будучи в Сеуле, Трамп говорил о своих планах. Дескать, главное – полностью изолировать КНДР. И четко пообещал – не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием. Я говорю Северу, не стоит нас недооценивать и не стоит нас испытывать. Мы сумеем обеспечить общую безопасность. Выступая в южнокорейском парламенте, Трамп обратился лично к Ким Чен Ину с предупреждением. Твой дед хотел построить рай, но твоя страна на самом деле ад. И каждая попытка получить ядерное оружие только усиливает угрозу для самого диктатора. Президент Соединенных Штатов заявил, намерен теперь строить мир через силу. Укрепит американскую армию, потратив миллиарды на перевооружение, и будет дальше разговаривать с позиции сильного. Мы призываем все страны, включая Китай и Россию, разорвать все торговые связи и прекратить обмен технологиями с КНДР. Но пойдет ли на это Пекин, для которого и отношения с Соединенными Штатами важны, и Северная Корея важный торговый партнер, как раз и выяснится за эти 3 дня визита. При этом Дональду Трампу обязательно нужны победы, о которых говорила бы его страна. И как раз в Китае он способен проявиться не столько как политик, сколько как бизнесмен. Ну а в Пекине готовы ему в этом помочь. По данным агентства France Press, американские и китайские компании уже сегодня подписали ряд сделок общей стоимостью 9 миллиардов долларов. Но эти 20 частных контрактов – только разминка. Уже завтра Трамп намерен подписать ряд крупных межгосударственных договоров, в том числе и по природному газу. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В столице презентовали благотворительный проект под названием «Я смогу». Он призван помочь украинским девушкам стать успешными. Проект объединит известных женщин, добившихся успеха, школьниц и студенток. С молодым поколением поделятся опытом о том, как строить модель своего будущего и достигать вершин в бизнесе, политике, искусстве и других направлениях. За помощью также сможет обратиться любая женщина без возрастных ограничений, которая хочет добиться конкретной цели в жизни. Количество участниц определит ментор, которому они отправят свою заявку. Очень много девушек хотят развиваться. Они хотят быть сильными, они хотят быть лидерами. Но некоторым нужна небольшая помощь, некоторым нужна небольшая поддержка. Мы создали этот проект, в котором каждая из женщин снялась в небольшом мини-фильме. Каждая из них поделилась своей персональной историей. Эти фильмы размещены на нашем сайте. Каждый, кто хочет чего-то достичь и чувствует, что ему самому недостаточно своих сил, возможностей, ему нужны какие-то дополнительные консультации, может обращаться к нам, мы всем поможем. Я всегда поддерживаю много проектов, которые действительно дают молодому поколению какой-то позыв, какой-то тезис, позволяющий саморазвиваться, совершенствоваться и в конечном итоге добиваться тех целей, которые поставлены. Та жизненная мудрость, которая же есть у меня, я с удовольствием передаю молодому поколению. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.